кадры найти решение этой проблемы. Люди уже в космосе, а ты никак не можешь придумать, что делать с непослушными детьми. А что тут придумаешь? Эти дети все делают наоборот. Им дают полезные советы. Умывайтесь по утрам. Они берут и не умываются. Им говорят, здоровайтесь друг с другом. И они тут же начинают не здороваться. Вы им еще скажите. Вот оно. Это гениально. Этим детям нужно давать не полезные советы, а вредные. Правильно. Они все делают наоборот, и получится как раз верно. Никогда не мойте руки. Руки! Шею, уши и лицо. Это глупое занятие не приводит ни к чему. Вновь испачкаются руки. Руки! Шея, уши и лицо. Так зачем же тратить силы? Время попусту терять. Стричься тоже бесполезно. Никакого смысла нет. К старости сама собою облысеет голова. Руки! Облысеет голова! Облысеет голова.
папе или к маме тетя взрослая пришла и ведет какой-то важный и серьезный разговор, нужно сзади незаметно к ней подкрасться, а потом... Thank you.
никогда вопросов глупых сам себе не задавай. А не то еще глупее, ты найдешь на них ответ.